Приветствую вас. Смотрите, во-первых, вы не задаете никакого вопроса своего, да, то есть, ну, не спрашиваете ни о чем, вот, чего ждете от психологов. То есть, не сказать, что понятно. Вот. Чего вы ждете от нас? Не совсем понятно. Какой помощи вы ждете от нас? Вот. Но, смотрите. Момент здесь какой? Вы приехали в это место по просьбе вашего начальника. Начальник хотел, чтобы вы приехали. Вот, вы приехали. Что меня в этой ситуации интересует? Это ваша такая, знаете, я бы сказал, осознанность своего, своих действий. Именно осознанность. То есть, чего я хотела, чего я ожидала от этой ситуации, чего я ожидал от себя в этой ситуации, чего я ждала, на что надела. Ведь то, что вы скучаете по дому, как я подозревал, совершенно не случайно. То, что скучаете по дому, совершенно не случайно. Я думаю, я так подозревал, я подозреваю так, что речь идет о том, что вы в чем-то нуждаетесь, то есть вот дом, вам он, ну, там, условно говоря, нужен для чего-то. Вот. Ну, надо бы, конечно, смотреть и поисследовать, собственно, для чего? Чего вам, собственно говоря, не хватает в своем доме? Вот в новом месте, чего вам не хватает? То получается от нахождения в своем доме, типа непосредственно, да? Это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, на второе, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Это на то, что вам в этой ситуации сильнее всего не нравится. Вот вообще там сильнее всего не нравится. Что? Может быть, вас что-то напрягает. Вот. Может быть,
какие-то еще есть моменты, на которые вы могли бы обратить внимание. То есть, скорее всего, я так думаю, речь здесь идет о том, что вам просто не хочется все принимать с нуля. Тут, конечно, правда, вопрос возникает. Собственно говоря, почему вам не хочется поднимать все с нуля? Достаточно мотивации. Еще, может быть, в чем-то есть проблема. Но так или иначе, с этим нужно разбираться. Ну, мои коллеги, на мой взгляд, в общем-то, совершенно верно здесь сказал, что вы себя довольно много ждете, вот, видимо, и важно вот понять, на чем базируются ваши такие вот ожидания, чтобы вам иметь возможность помочь. Вот. Ну и возможно поработать с вашими чувствами тоже. Потому что чтобы хотя бы вам сформулировать вопрос к специалисту. То пока не совсем понятно, чего вы хотите от психолога. Вот. Если вы растеряны, то от чего? Если вы подавлены, то чем? Это очевидно, что у вас здесь есть противоречие, да? Очевидно, что у вас здесь имеет место быть противоречием. Ну, нужно рассмотреть эти противоречия. Вот. Нужно рассмотреть ваши такие, получается, взаимоисключающие тенденции, которые сейчас имеют место быть. Вот. Я думаю, что результаты этого обязательно будут, если вы приложите усилия. Вот. Мне думается именно так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду вам очень благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь очень, что ситуация обязательно разрешится, вы сможете выйти из своего состояния.